Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Хочу показать вам сорт картошки, название которого точно не знаю. Мне его дали знакомые дачники. Посмотрите, какая она на вид крупная. Сказали, что название «Лунная ночь». Но в интернете я не нашла такой картошки «Лунная ночь» с таким названием. Посмотрите, какая на 20-е сентября зеленая листва. Она даже не начала желтеть. Мы не стали ждать еще дольше, решили выкопать. Кожура у картошки уже стала твердая, а впереди ожидаются дожди. Так вот, к названию сорта. Все, что я нашла в интернете на одном сайте, и то очень сомнительно, что «Лунная ночь» – это ранний сорт. Но здесь у нас сорт позднеспелый. И очень много картошки в каждом гнезде. Здесь у меня полоска посажена буквально где-то 7 метров по длине теплицы 6-метровой и еще чуть выступает, где-то 7-7,5 метра. С этих 7 метров один ряд картошки накопали мы 4 ведра крупной отборной и ведро немножко помельче, которую можно использовать на семена. Вот такой интересный сорт картошки. Когда я его неделю назад подкопала несколько клубней, жарила, то обратила внимание, что она жарится, и вся нарезанная картошка остается целиком. Я не поняла, в чем дело. Закралось сомнение, может быть, это у нас картошка с ГМО, потому что жуки ее ботву не едят. Вы сами сейчас видите, ботва совершенно колорадскими жуками не поедена. Буду рада, если скажете мне, подскажете название.